Здравствуйте, с вами Марина Рыкалина и порция практических советов. Присоединяйтесь! Давайте программу начнем с ухода за рассадой, посмотрим, как она на сегодняшний день выглядит и какие условия ей нужно создать, чтобы в будущем получить богатый, а главное, экологически чистый урожай. Это рассада сельдерея. Я выращиваю корневой албин, потому что у него корнеплоды 600 грамм. И также выращиваю черешковый малахит, потому что каждый экземпляр весит более 1 килограмма. На следующей неделе вместе с вами займемся пикировкой сельдерея по отдельным стаканчикам. А это рассада лука-порея. Я выращиваю сорт Веста по той причине, что он ранний и одновременно крупный, 350 грамм. Лук-порей дал отличные всходы. На всякий случай всегда сею больше семян. Но сейчас нужно прорядить, чтобы между растениями остался 1 сантиметр. Лук-порей выращивается без пикировки. Если перо ложится на землю, то его можно подрезать наполовину. Перцы и баклажаны я предпочитаю сеять в торфяные таблетки. Всходы у меня еще только-только появляются. Если вы живете в северном регионе, ну или хотите получить урожай гораздо быстрее, то вам лучше выбрать суперранние гибриды, например, Весту или Регор. И несмотря на то, что плоды не крупные, тем не менее стенка толщиной 8 мм. Также я сею очень крупные гибриды. Это Граспел и Левадия, мои любимые. И всходы петунии у меня только-только появляются. Не надо сеять слишком рано. И себя намучаете, и рассаду. Даже сейчас это сделать совсем не поздно. Ведь итальянские гибриды зацветают уже обильно через 2 месяца. У меня огромная коллекция различных петуний, но все они итальянской селекции. И объединяет их тот факт, что они очень устойчивые. Они растут при температуре от минус 5 до плюс 40 градусов. Рассаду этих петуний прищипывать не нужно, она формируется самостоятельно. Я не жду начала нового дачного сезона, потому что всю зиму собираю классный урожай на собственном подоконнике. Объем горшка, в котором растет томат, 10 литров. И скажу вам совершенно точно, что вырастить томат на собственном окне совсем не сложно. Очень важно выбрать качественный гибрид и хороший фитосветильник. Гибрид называется Софа, это новинка прошлого сезона. И именно этот гибрид в этом сезоне я снова выбираю для того, чтобы получить самый ранний урожай в теплице и на своих грядках. Урожай в сезон с томата Софа будет далеко не такой, как на подоконнике. С одного куста вы сможете собрать 4-5 килограммов свежих, ароматных и вкусных плодов. Давайте снимем урожай. На стеллаже у меня растут томаты оранжевый земледелец. Супер ранние и очень вкусные. Согласитесь, очень сочная картинка, если учесть, что на календаре у нас только март месяц. Урожай томата Софа, который я только сейчас собрала, был получен на натуральной безнитратной добавке для овощей, которая изготовлена по методу Ионита Поники. Уникальность этой добавки в том, что положив ее в грунт при посадке, можно после посадки, можно в течение нескольких лет больше растений не подкармливать. Дело в том, что из этой добавки растение получает питание по запросу. Корень выделяет метаболит и в ответ получает нужный элемент питания. Питание действует в почве несколько лет, но томат растет всего лишь 3-4 месяца.
землю, которая осталась после выращивания томатов, я ни в коем случае не выбрасываю. Я ее обеззараживаю и увожу весной на дачу. В кашпо с этой почвой я выращиваю петунии, поэтому у меня ничего не пропадает. Этот перчик называется фьюджи. Растение этого перца будет обычной высоты, но вот перчики будут миниатюрные, и на кустике их будет просто бесчисленное количество. Грунт я буду брать за основу биоорганический. Здесь нет ни грамма минеральных удобрений, зато есть 5 различных видов бактерий и грибов. В качестве разрыхляющего компонента я буду добавлять перлит. Он сильно пылит, дышать вредно этим, поэтому заранее налейте в пакет воды. Перлита должно быть в грунте не более 10% от общего объема. Ионитного субстрата я добавляю 2 столовые ложки на каждый литр почвы. Первая пикировка будет в горшочке объемом 400 мл с выдвижным дном. Прекрасная корневая система. Стараюсь ее сильно не нарушать. Пересаживаю с комом. Пересадка закончена. Осталось произвести полив. Я надеюсь, что опытные дачники понимают, а начинающим я все-таки скажу, что после пересадки ни в коем случае рассаду не выставляем на прямые лучи солнца. И даже под агролампу первый день ставить не нужно. При дальнейшей пересадке перца в больший объем я снова добавлю 1-2 столовые ложки питательной добавки на 1 литр грунта. Добавить ее можно в любой момент, она не обжигает корни. Каждый год дачники сталкиваются с одинаковыми проблемами, когда выращивают рассаду. Первое – это молодые всходы ложатся от черной ножки. И второе – это появление плесени на поверхности грунта или таблеток. Чтобы этого не происходило, обратите внимание на качество вашего грунта. Он ни в коем случае не должен быть слишком кислый. И не забывайте добавлять в него разрыхляющие компоненты. То есть улучшайте состав грунта, который вы приобретаете в магазине. Независимо от того, купили вы грунт, либо сами составили, в обязательном порядке его нужно обеззараживать. И использовать для этого нужно биологические фунгициды. Посмотрите состав. Триходерма отлично справляется с этой задачей. Прежде чем ставить свои посевы на подоконник, положите туда термометр. Если там температура 18 градусов, это недостаточно для того, чтобы у вас появились качественные всходы и ваша рассада не страдала. Если ваша рассада стоит в парнике, то обязательно сделайте в крышке дырочки для воздухообмена и как можно чаще парник проветривайте. Если ваши таблетки торфяные молниеносно пересыхают, и вы никак не можете настроиться, чтобы нормировать полив, то на дно контейнера насыпьте слой вермикулита, приблизительно 1 см, увлажните его и затем поставьте таблетки. Вермикулит сможет впитывать лишнюю влагу при поливе, и напротив, когда ее будет не хватать, растения, таблетки, то есть грунт, смогут эту влагу впитать. Использовать биологические фунгициды нужно регулярно. Регулярно это значит каждые 7-10 дней. Причем нужно чередовать различные препараты. Бывают случаи, когда нужно срочно реанимировать растения. Например,
покрылась почва плесенью или некоторые растения упали. Вот посмотрите на мою рассаду земляники, одно растение упало. Есть микробиологические препараты, которые в короткие сроки смогут справиться с этой проблемой. В этом пузыречке одновременно находится бактерия Bacillus subtilis и несколько видов грибов триходермы. Этот препарат был разработан для профессионалов. Чтобы приготовить рабочий раствор, на 2 литра воды нужно взять 20-30 мл этого концентрата. Микробиологические препараты должны храниться в холодильнике. Перед применением бутылочки нужно встряхивать. Рабочий раствор готов, и теперь буквально по пол чайной ложки я буду вносить в каждую таблетку. Не хочу, чтобы мои петунии попадали от черной ножки или почва покрылась плесенью. Из земляники тоже достается рабочий раствор. У меня дома растут разные сорта лимонов, кумкват и каламандин. Но каламандин я считаю самым неприхотливым цитрусовым растением. Каламандин очень плохо черенкуется, поэтому я все-таки рекомендую вам приобрести готовое привитое растение. И лучше, если оно будет привито на высокий штамм. Так ваше деревце будет иметь более привлекательный вид. Каламандин настолько неприхотлив, что одновременно на дереве могут быть плоды, которые полностью созрели, плоды, которые только-только начинают окрашиваться, и совсем молодые завязи. При этом растение может еще и цвести. Я пересаживала этот каламандин в прошлом году. В этом сезоне я тревожить дерево не хочу. Но при таком количестве урожая, конечно же, растению нужно дополнительное питание. А еще по растению видно, что оно страдает хлорозом. По какой причине, я не знаю. Некоторые листочки вообще светлые. Возможно, ему не хватает железа, либо магния. Но, возможно, на фоне перегруженности урожая идет еще нехватка азота. В верхний слой почвы я насыплю биогумус. Если вы, кстати, не хотите пересаживать цитрусовые растения, то можно вообще верхний слой почвы снять и насыпать новый питательный грунт. А еще я внесу буквально одну горсть костной муки. Костная мука обезжиренная. Здесь есть азот и большое количество фосфора. Ну, фосфор меня мало интересует. Я думаю, что у моего каламандина и так хорошая корневая система. Меня больше интересует входящий в состав азот из костной муки. Он усваивается очень быстро. А еще здесь есть железо. Костную муку я вам очень рекомендую приобрести к началу нового дачного сезона. Добавляйте ее в лунки, когда высаживаете рассаду. Этот продукт способствует наращиванию мощной корневой системы. В магазине много минеральных удобрений для цитрусовых, но я их не использую. Мы плоды употребляем в пищу. И я хочу видеть у себя на столе экологически чистый урожай. Поэтому по листу я сегодня дам каламандину вне корневую подкормку эликсиром. Он на 100% натуральный. Эликсир высококонцентрированный, и если вы их используете для подкормки в домашних условиях, то дозировку, которая здесь указана в инструкции, попробуйте снижать в 2-3 раза. Каламандин нужно хорошо пролить после внесения удобрений, но я это сделаю, когда поставлю его на законное место. А сейчас я вам хочу показать в разрезе, что же из себя представляют эти плоды. Каламандин кислый, как лимон, но очень сочный и ароматный. Гораздо ароматнее, чем лимоны, которые вы приобретаете в магазине.
Но самое главное, что это экологически чистый продукт, который у вас всегда есть дома под рукой. Продолжаем тему органических, безопасных, натуральных удобрений. В центре нашего внимания качественный биогумус. Но червь перерабатывает не только органику. Вместе с ней в его кишечник попадают водоросли, грибы, бактерии, нематода. И тем самым получается, что черви не только повышают плодородие почвы, но еще ее обеззараживают. Кроме того, червь обогащает органику собственной кишечной микрофлорой, которая содержит биологически активные вещества. А еще в процессе распада в кишечнике червя формируются молекулы гуминовых кислот. Вот оно, настоящее плодородие нашей с вами почвы. В итоге на выходе мы с вами получаем продукт, который в 10 раз богаче по составу, нежели перегной. Питание в биогумусе находится в доступной для растений форме. Именно по этой причине биогумус нужно добавлять при посадке рассады именно весной, когда еще бактерии не работают и не могут сами обеспечить растения питанием. В биогумусе нет патогенов, он содержит полезную микрофлору, причем эту полезную микрофлору при грамотном использовании можно многократно увеличить, чем мы с вами сейчас и займемся. Первую подкормку рассады будем делать, когда на ней будет один, а лучше два настоящих листочка. Ранее делать не стоит. И сейчас я вам покажу, как нужно приготовить настоящий вермикомпостный чай. У меня теплая отстойная вода. На каждый литр воды я добавляю 1 столовую ложку качественного биогумуса. Для того, чтобы полезная микрофлора, то есть бактерии, начали усиленно размножаться, им нужно питание. Идеальное питание для бактерий – это патока. Патока, или как ее еще называют, меласса – это побочный продукт сахарного производства, абсолютно натуральный. Вот мне добавить на 3 литра воды нужно буквально патоки на кончике чайной ложки. Еще одно условие, при котором полезная микрофлора будет просто увеличиваться в геометрической прогрессии, это наличие кислорода. Поэтому на дно я опускаю компрессор. Компрессор должен работать постоянно в течение 24 часов. Больше настаивать биогумус ни в коем случае нельзя. Дело в том, что микрофлора полезная, она сильно размножается, ее будет слишком много, и попросту бактерии погибнут в своих испражнениях. Но если такое произошло, и вы по какой-то причине передержали этот настой, надо знать, что он не потеряет свои питательные ценности. Просто там не будет такого количества полезных бактерий, как бы нам с вами хотелось. Через сутки вы получите питательный и полезный коктейль для своих растений чайного цвета. Причем он высококонцентрированный, и вы вполне можете его разбавлять. Например, вот этот кувшин можно вылить в 5 литров отстойной воды. Подкормку можно давать растениям под корень, но еще более полезно и более экономично давать это питание по листу. И делать это нужно, когда вы выключаете лампы или когда садится солнце. Я за органическое земледелие, но это не означает, что я не использую минеральные удобрения. Правило у меня одно. Я не допускаю, чтобы минеральные удобрения попадали в почву на моем загородном участке. Но я нисколько не противница того, что вы будете выращивать рассаду на минеральном питании. И уж тем более, если есть классные минеральные удобрения, почему бы им не воспользоваться и не вырастить классную рассаду декоративных культур. Но тем не менее, минеральные удобрения, они же тоже бывают разные. И перед тем, как сделать покупку, пожалуйста, внимательно изучайте состав. Например, у меня в руках бутылочка не просто с минеральным удобрением, а органоминеральным. В состав этого удобрения входят гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты – это основа плодородия почвы. Гуминовые кислоты хорошо работают именно в почве. Они держат питание, не дают ему уходить в нижний слой. Также в состав удобрения входят фолиевые кислоты. Их можно назвать природными хелаторами. Если есть
фолиевые кислоты, то питание будет усваиваться в более полном объеме. Следующий компонент – янтарная кислота. Она не является каким-то важным элементом питания. Янтарная кислота просто способствует тому, чтобы питание, которое есть в почве, могло усвоиться в большем объеме. Также здесь есть основные элементы питания – азот, фосфор, калий и целый набор всех необходимых микроэлементов. Первое правило, которое нужно соблюдать при подкормке минеральными удобрениями. Сначала мы делаем полив теплой отстойной водой. Это удобрение удобно тем, что у него есть насадка-распылитель. Оно готово к применению, то есть ничего разводить не нужно. Удобрением нужно равномерно смочить листья. Первый раз, как я уже говорила, мы применяем удобрение, когда на рассаде появляется 1-2 настоящих листочка. Ну а дальше такие подкормки можно делать каждые 7-10 дней. Это удобрение дает не только порцию питания, это еще хороший антистресс. Соответственно, растения будут легче переносить неблагоприятные факторы окружающей среды. И также это удобрение способствует лучшей адаптации после пересадки. Удобрение предназначено именно для рассадного периода. Кормить можно как декоративные, так и овощные культуры. Рассаду этих пеларгоний я вырастила из семян. В этом сезоне у нас появились интересные карликовые гибриды. Высота этого растения будет всего лишь 15-20 сантиметров. Посмотрите, какое оно маленькое, компактное и уже цветет. И еще один компактный гибрид, его высота уже 35 сантиметров, называется Light Pink. Гибриды хороши тем, что у них очень крупные и в то же время невысокие цветоносы. И каждый год через рассаду я выращиваю дихондру. Это очень неприхотливое растение. Если посеять ее в ранние сроки, то уже к началу сезона у вас будет настоящий серебряный водопад. Здравствуйте, уважаемые цветоводы-огородники! Меня зовут Евгений, я агроном по декоративным растениям. Наш ассортимент насчитывает более 3000 наименований сортов и гибридов. Это такие основные культуры, как лилии, пионы, астильба, лилейники, более 180 сортов. Лилий мы предлагаем 500 сортов, тюльпаны, нарциссы, флоксы, в том числе и флоксы российской селекции. Огромный ассортимент. Хотелось бы сделать акцент на таких культурах, как пионы молочноцветковые. На самом деле это одна из всеми любимых культур. Ни один сад, наверное, не обходится без этих чудесных растений. Хотелось бы представить один из самых интересных сортов, такой как лимон-шифон. Лимон-шифон считается одним из самых желтых молочноцветковых сортов. Он имеет очень крупный цветок, и он призер многих выставок. Еще один интересный сорт – Сара Бернар Юник с оригинальной окраской. Не могу не отметить Диана Паркс. Идеальный сорт для срезки, очень устойчив к выгоранию. Еще один интересный нежный сорт – шифон Парфе. Он имеет такие лепестки с серебристой, нежно-нежно-серебристой каймой. Не могу не отметить такую группу, как итогибриды. Итогибриды – это гибриды пиона молочноцветкового и древовидного. Они вобрали в себя лучшие характеристики обоих родителей. Это на самом деле оригинальные сорта, например, такие как Кора Луиза, всем известный Барцелла. Это лидер продаж, желтый итогибрид, диаметр цветка до 25 сантиметров, очень эффектный. Лолипоп, всеми любимый, любят его за такую оригинальную окраску цветка, он меняет ее в течение сезона. Замечательный сорт Кеннери Бриллианс, Хиллари. За что же ценятся итопионы? Итопионы
ценятся, во-первых, за свои декоративные качества. Это очень морозостойкие гибриды, они выдерживают заморозки до минус 40. Они имеют обильное цветение. На одном взрослом растении может быть до 80 цветков, и они могут цвести одновременно. Представляете, какое-то поистине зрелище завораживающее. Также в нашем ассортименте вы найдете компактные сорта, которые подходят для выращивания в контейнере, так называемые сорта для патио. Это и лилейники, георгины, низкорослые флоксы, лилии для патио, конечно же, пионы. На этом наша программа подошла к концу. С вами с удовольствием работала Марина Рыкалина. Надеюсь, мои маленькие советы позволят вам получить богатый, а главное, экологически чистый урожай.